I'm staying in bed thinking back on us and everything that went wrong. Never said goodbye, think I broke your trust, should've known this all along. Don't wanna be the one that you're trying to avoid. I'm feeling so confused, why did I act so annoyed? 'Cause I don't wanna be strangers, baby. The next time when we meet, and oh, it dawned on me. Друзья, всем большой привет и спасибо, что вы зашли к нам на канал, к нам в гости. Я решила сегодня с вами лично поздороваться и начинаю свое видео в четверг. Сегодня я уже, знаете, проснулась где-то в 6 часов. Проснулся Сереженька, его надо было покормить, дали смесь. Я вообще не делаю смесь, ходит каждую ночь с Сережей, я не спускаюсь вниз уже, наверное, с момента беременности. Поэтому Сережа спустился вниз, сделал смесь, принес Сереже, и потом уже поехал с Лешей в школу. А я лежала и поняла, что все, заснуть не могу. Сереженька быстро уснул, и я подумала, почему бы сегодня не встать пораньше и не начать готовить борщ. Потому что борщ для меня это очень долгий суп, потому что нужно все начистить, натереть. И я спустилась, налила себе кофе, выпила и потом быстренько все почистила. Конечно, когда я готовлю борщ, удобно через комбайн все пропускать, все быстро трется. Но так как все спали, мне совершенно не хотелось никого будить. Думаю, потихонечку постою, порезала картошку. Кубиками обычно я ее тру на терке. Тут я порезала спокойно картошку, почистила свеклу, в общем, и потерла ее вручную. Давно я это не делала. Именно вручную не терла. Так что все, я сделала все заготовки до того, как проснулись дети. А я еще параллельно поставила кашу вариться. У нас сегодня пшенная была каша, потом йогурт дети поели. Вот такие вот у нас новости. В принципе, ничего особенного. Мы уже Сереженька почитали. С Кристиной, с Ксюшей порисовали. А сейчас я им решила посмотреть немножко мультик и хотела бы вам кое-что рассказать и показать. Уверена, многие знают о том, как нелегко подбирать одежду в период беременности. Лично мне лишний раз заходить в магазины и покупать что-то для себя не хочется. Меня очень утомляет выбирать себе одежду. И хочу рассказать сегодня вам про классный сервис персонального шопинга, который решает все эти задачи. И мне было, конечно, интересно попробовать, так как хочется давно обновить свой гардероб. На самом деле очень увлекательное занятие. Если вам тоже интересно, чтобы вам подобрал стилист, то для этого вам нужно зарегистрироваться на сервисе Капсула и заполнить анкету с подробным описанием ваших параметров и предпочтений. Вы сами выбираете, какой стиль вам нравится. Вам будет предоставлена разная подборка вещей, разная цветовая гамма. Вы все отмечаете, что вам нравится и что вы, наоборот, не хотели бы видеть в Капсуле. Мне понравилось, что были распечатаны образы с одеждой из Капсулы, где подробно дизайнер описал, что и с чем я могу носить и сочетать. Кстати, все можно померить, и если вам что-то не подошло, как мне не подошла кожаная светлая куртка, то можно совершенно бесплатно вернуть ее обратно. Когда я заполняла анкету, я сразу выбрала цветовую гамму пастель и бежевый. Мне очень нравятся светлые легкие тона, и мне пришла очень приятная голубая жилетка и нежный такой молочный костюм. Я не знала, что мне придет, но я была приятно удивлена, что не выходя из дома, у меня появились красивые комплекты, которые мне подошли. Кстати, в анкете я указала, что я беременна, и мне пришла очень комфортная одежда, свободная. Смотрите, пришло еще красивое платье, и вот эта вот сумка, я просто в нее влюбилась. И пришли еще красивые, милые сережки. Мне кажется, мне очень хорошо подошел этот костюм, и главное, что он очень приятный к телу, действительно, его не хочется снимать, и я представила, можно одеть костюм и с кроссовками, и пойти с детьми погулять, и просто куда-то сходить в магазин. Приятный костюм. Что очень здорово, что почти вся одежда между собой сочетается. Даже сумка подходит и к платью, и к этому костюму. И если даже пойду с футболкой и с джинсами, тоже будет хорошо смотреться. И ведь действительно удобно, что вам нужно всего лишь заполнить анкету,
заплатить 990 рублей за работу стилиста, и к вам приедет капсула из 5 вещей и одного аксессуара, который подобрали специально для вас. Вещи сочетаются между собой и также сочетаются с вещами из вашего гардероба. Здесь я достала свои джинсы для беременных, и очень хорошо и футболка подошла, и сумка, кроссовки, и уже хочется весны и гулять. И вот платье, посмотрите, скажите, нежно, а главное тепло и так уютно в нем. Когда приходит капсула, вам дается 24 часа на примерку, и если вам не подошли все 6 предметов, не обязательно их выкупать. Можно купить также часть или вообще ничего не брать. Но если вы решите все-таки всю купить капсулу, то для вас будет скидка 20%. А при покупке от 3 до 5 вещей из капсулы в феврале у вас будет скидка 10%. Для моих зрителей будет приятный бонус, промокод на скидку я оставлю обязательно в описании под видео. Его нужно ввести в конце анкеты, и услуги стилиста будут стоить 590 рублей вместо 990. Ну а я пойду детям уже наливать борщ, и скоро уже приедет логопед. Надо будет заниматься с Андрюшей, с Ксюшей. Скоро уже и Маша приедет, потому что Маша сегодня только 2 урока. Вчера у нее было 3 урока, сегодня 2. Так что пойду вниз. It's 1 a.m. and I ain't tired. I can stand right here and talk all night if you want. I ain't got no place to be, no one's waiting for me. I won't lie, I'm into you. Got like a million ideas what we could do. Cause I'm not gonna let you slip away. I won't waste this. There's something about the way you fix your eyes on me. Help myself fall in love, I go crazy. Кристина уже вторую тарелочку налила. И они очень любят хлеб со сметаной. Правда, белый у нас закончился, испечь я не испекла. Кушай, Андрюшечка. Да. Сережа там книжечки рассматривает опять. А мы пообедали, и я пришла укладывать Сережечку спать. Но мы совсем, кажется, не хотим этого делать, да, Сережечка? Будем спать? Нет, ты не хочешь спать, но надо. Я сейчас с ним тоже прилягу, прям чувствую, что меня разморило. Сейчас Андрей занимается с логопедом. Да, Сережа, давай баюшки будем, давай. Ай-яй-яй. А мы с вами перешли в детскую комнату, у меня появилось время, и я захотела немного здесь прибраться. Здесь на самом деле не так все страшно, как кажется. Подниму какой-то мусор, выкину, пропылесошу. Захотела сделать приятное детям, чтобы, знаете, они зашли потом в комнату и увидели, какой же у них там порядок. Я знаю, многим нравится мотивация на уборку, поэтому я надеюсь, это видео вас смотивирует. И вы пойдете и потом наведете порядок. Ну, а я вам пока расскажу про наши небольшие новости. Кто нас смотрит давно, знает, что мы сейчас живем в съемном доме. И в ближайшее время очень хотелось бы уже переехать в свой дом. И на днях нам понравился один вариант. Так что, я думаю, на момент этого видео мы уже съездим и посмотрим этот вариант. И я надеюсь, что все будет хорошо, и в следующий раз поделюсь с вами хорошими новостями. Я не знаю, удастся ли поснимать, конечно, хотелось бы, но посмотрим. Не буду обещать, потому что дом не наш, иногда бывает против съемок, так что посмотрим. Но, конечно, поделиться с вами очень хотелось бы. А я уже здесь все подняла с пола, было много разных бумажек, какого-то мусора, я это все собрала пока на диван, потом возьму пакет и все это незаметно выкину, потому что там какие-то были поломанные игрушки. Здесь я прибираюсь у Андрюшиного уголка, убираю вот как раз здесь мусор и грязные вещи отнесу потом в стирку, и потом я разберусь в стеллаже с книгами. Skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so
На стеллаже я почти все разобрала, аккуратно поставила книги. У нас постоянно читаются книги, и малыши берут, и картинки смотрят. Надо, кстати, как-нибудь заняться и подклеить эти книги. Ну, а мы с вами уже убрались. Смотрите, как чисто. Очень приятно находиться в такой комнате. Дети, кстати, пришли и прям поблагодарили. Им было очень приятно. А у нас уже пятница, здесь у нас уже приближается вечер, и решили сегодня как раз убрать елку. Помните, недавно говорила, что она у нас будет стоять долго, но сейчас так стало часто выходить солнышко, и, знаете, чувствуется, как будто бы приближение весны, и я поняла, что все. Уже хочется собрать елочку. Малыши тут как тут помогали мне ее разбирать. Я удивилась, что половины шаров на елке просто нет. Мне казалось, мы так долго ее украшали, а сняли, я не знаю, вообще в момент. Кстати, на днях меня позвали дети и сказали, что в елке спряталась кошка. Она там спала. Первый раз ее за все это время тут увидела. И, кстати, вы часто писали и спрашивали, как наша кошка реагирует на елку, играется ли она, прыгает. Вот первый раз я ее здесь увидела. А так ни разу не видела, чтобы она в шарики играла. Нет, играла в шарики, если на полу. А вот так вот с елки она их не снимала, очень так спокойно была к елочке. Шары мы сняли, гирлянду тоже, ну а саму елку уже уберет Сережа. Я здесь сейчас хорошо пропылесошу и хочу убраться в зоне дивана. Там тоже и крошки, какой-то мелкий мусор. Хочется здесь быстренько пропылесосить и привести в нормальный вид. Уже не первый раз показываю. У нас Сережа очень любит кататься в этом ящике для игрушек. И постоянно дети даже бывают между собой ругаются, потому что не могут поделить, кто будет катать Сережу. Здесь уже приехал Петя из школы. Я в промежутке покормлю детей полдником, и они побегут гулять на улицу. На улице сейчас у нас потеплело, и они и на горке катаются, и в снегу там купаются. В общем, красота. Здесь я хотела аккуратно поправить подушки на диване, потом вспомнила, что хотела убрать одеяло в диван, разложила была и была в таком шоке, там было столько пыли, я давно туда не заглядывала. Андрюша здесь у нас лепил, дети как раз гуляли на улице, катались на плюшках, ватрушках, ну а я пока вот там разбиралась, сейчас покажу, что было в диване. Я, конечно, была в шоке, насколько много пыли. Давно я, вот, как сказала, туда не заглядывала. Здесь у нас чехлы хранятся для подушек. И я решила сюда как раз убрать одеяло. У нас сейчас нянечка заболела. И, кстати, заболела она ковидом, поэтому мы сейчас без няни. И я решила пока вот туда как раз убрать лишнее одеяло. И вот такой ужас в диване увидела. Ну, а теперь я застелю покрывало на диван. Диван мы, кстати, так и не почистили, поэтому весь ужас. Просто скрываю покрывалом. В это время мне постучали в окно, и как раз Петя с Машей и с Лёжей показывали, как они прыгают на батуте и прыгают прям в снег. Снег мягкий, они туда проваливаются. В общем, такое развлечение. Ну, а я здесь поправляю аккуратно шторы. Это мой самый любимый момент. Я пока не хочу убирать эти звезды. Вы спрашивали, где покупали. Покупали в Икее. Очень они мне нравятся, и вот
звездочки пока у нас будут и стоять, и висеть. Ну все, в этой части у нас чисто, мне нравится, очень приятно. Кристиночка только что пришла с прогулки, сразу села за пластилин. Уж очень мы любим лепить. Кристина делает вкусные тосты. Да, Кристюша? Да. Улыбочка. Посадила детей смотреть мультики, решила сделать вкусные вафельки с творогом. Делаю первый раз, и что-то я мало добавила муки. Мне кажется, они очень мягкие, но вкусные. Вы спрашивали, какая у меня вафельница, самая простая. Покупала на Валберес за 1200 рублей, сейчас, мне кажется, она дороже. Хорошая вафельница, но она обычная, вот у нее так можно регулировать меньше, больше. За сколько? Ну, за минут 5, наверное, она вафельки печет. Может, меньше. Нормально. Мы не так часто печем, поэтому нравится, что она компактная все-таки. Сейчас пока вафли пеку, только отошла, вспомнила, хотела вам кое-что показать. Смотрю, уже Андрей отщипнул вафлю. Что хотела показать сегодня. Сережа заезжал на Валберс, у меня был опять, ну, был небольшой заказик, и взяла такую интересную мельницу. Еще не пробовала, но мне кажется, она удобная. Такая механическая мельничка для соли, для перца. У меня чайник этой фирмы Xiaomi, или Xiaomi, как правильно. Мне кажется, должно быть ей удобно пользоваться. Бывают, кстати, черные и белые. Не реклама, просто показываю, что заказывала. Разные прописи. У меня сейчас Кристина очень любит заниматься, прописывать что-то. И взяла ей разные прописи с буковками. Смотрите, мне понравилось, что здесь есть разные тоже стикеры. Отлично, молодец. То есть ребенок прописал и получает красивый, приятный стикер. И здесь получается в наборе 9 разных таких маленьких прописей. Мне очень понравился этот набор, и он 300 рублей, что ли, стоил. Смотрите, готовим руку к письму. Хорошие тетрадочки, и бумага такая приятная. Не скажу, что совсем, знаете, тонкая. Так, я сейчас вафли переверну. Продолжаем. Так, также я взяла себе разные стикеры. Еще год назад мне подружка Настя моя дарила очень классный, красивый ежедневник. И там закончились у меня стикеры. И вот я подкупила новые. Ну так, знаете, для настроения. Миленькие разные стикеры. Понравились. Так, значит, такой набор я взяла, да, прописей. Потом еще такие прописи взяла. Алеша взяла такие прописи. Мама. Да, мой хороший? Я там, мама. Сейчас будем кушать, да. Вот так, такие покупочки небольшие. Кристиночка прибежала. Как же нам нравятся вот эти раскраски водные.
Смотрите. Там нужно наливать воду в мазочек. Сюда наливаете, да, в этот карандашик водичку. Подожди, я бы все раскрасила, поэтому так. И вот так вот раскрашиваете. Ой, можно еще пальцем. Прям вообще классно. А здесь не поможет. Здорово, это вот крестная Крестюша подарила. Тетя Ксюша. Тетя Ксюшенька подарила, да. Моя крестная. Улыбочка, а сейчас галочки. Он глазки. Сегодня Сережа ездил в магазин, опять купил много продуктов, но мы уже разобрали все по местам. Друзья, на сегодня я буду с вами уже прощаться, уже поздно, уже у нас час ночи. Хотела вам побольше сегодня заснять, но не успела. Эти дни, они просто пролетают. Я надеюсь, мое сегодняшнее видео вам было полезно, мне удалось вас и зарядить на мотивацию, на уборочку. И, надеюсь, пожелаете вы нам удачи, надеюсь, все будет хорошо с домом. Посмотрим и расскажу в следующий раз наши новости. На сегодня буду с вами прощаться. Спасибо за ваше внимание, за то, что досмотрели это видео до конца. Поставьте пальчик вверх, мне будет очень приятно. И увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!